А сейчас за моей спиной находится группа «Влом», известная томская панк-рок-группа. Здравствуйте, ребята. Привет. Ребят, вы играете только панк просто в музыке в своей выражаете или вы вообще по жизни панки? Ну, отчасти. Что-то в музыке, что-то и по жизни бывает. Что в жизни у вас из характерных черт панка? Ну, наверное, тотальное пьянство, разгильдяйство. Вы перед интервью пили? Да. Поэтому сегодня монголу плохо? Не, мне хорошо. Хорошо? Да. Почему ты в очках? Ну, так захотелось. Глаза бесстыжие, видно не было. Не ври. Что вас вдохновляет на ваше творчество? Ну, различные другие, наверное. А чеснок. Панкоматы. И чеснок, конечно. И банан. Конечно, чеснок. Оригинальное сочетание. Вот Егора вдохновляет банан. Чеснок. А вас? Музло и чеснок. Чеснок. А что тогда делать Егор в вашей группе, если он вдохновляет банан? Бананит. Бананит. Вы не планируете расширение состава? Почему у вас всего трое? Нет, зачем? Нам так хорошо. Ну, мы клавишницу хотим взять. Да, и баяниста. Три. Как скоро вы планируете это сделать? Завтра или через час? Ребят, вы слышали про такую панковскую игру «Веснушки»? Нет. Вы, получается, не настоящие панки? Да. Видимо, поэтому еще у вас нету иракезов вообще, в принципе. Нету. Они дома. Они дома. Сушатся. После Новосибирска. Да. Что такого было в Новосибирске, что иракезы сушатся дома? Ну, промочили. Снег шел, влажно было. Ну. Промочили. Пришлось стирать, сушить. Ой, с вами очень весело, да? Расскажите какую-нибудь веселую историю из вашей жизни, концертную. Ну, было еще. Да, веселая история относительно. Так-то она веселая, нам не очень было. В общем, нечаянно мы пропили деньги на обратный проезд в чужом городе. В общем-то, и не могли оттуда уехать. Как добраться домой? Настреляли по чуть-чуть. И с Божьей помощью. С Божьей. Боже. Ну, на санках, кто на мопеде, на великах. Пешком никто не пошел? Он на коне ехал. В каком городе? На тройке. Какой? На тройке, в тюрьме. В Новосибирске это было. Правда. Новосибирск, да. Ой, меня вообще в красках гоняете, ребята, если честно. Да. Егор, расскажите какую-нибудь веселую историю. Да, хорошо. Все. Не, про араму не надо. Про араму не будем. Ну давай, расскажи историю. А ты уже... Ну, про училку скажи. Давай про учительницу расскажи. Свою веселую самую училку, да. Ты ее везде рассказываешь? Да, вот, она запомнилась мне. Она, короче, поставила мне, смеялся весь урок, поставила мне... Учитель года мне сказал в лицо такое: мне неприятно смотреть на рожу, у которой всегда улыбающаяся голова. Ну, в общем-то, вот это вот. Вы все видите. Она мне так сказала. И все. Это замечательная история. Сделайте вывод, сделайте вывод. Нет. Ну, конечно же, вот на классе. Телябы пришли. Ребят, расскажите, как вы общаетесь с девушками. Так же, как со мной. Молча. Молча. Мы не общаемся. Мы нелюдимые. Мы в лесу живем. Здравствуйте. Вот ну, как лесные. С тобой сейчас общаемся. Здравствуйте. Здравствуйте. Так. Вот так и общаетесь, да? Здравствуйте. Ну, да. Как общаетесь? Здорово. Как все. Да, в общем-то, как все. То есть особо существенно вас не отличает? Нет. Ну, в основном, конечно, нетрезвое состояние только и все. Как девушки относятся к вашему постоянно нетрезвому состоянию? Очень плохо. Они как-то влияют на вас, чтобы... Пытаются. Это не получается. Да. Видимо, вы часто меняете девушек. Потому что у них не получается влиять на вас. И это правда. От вас ничего не утаишь. На то вы и генерал. Ребят, что вы ждете от участия на Музонлайне? Вообще в театро? Как вам выступать в театро? Не знаю, я там еще не выступал. Посмотрим. Чего ожидаете?
дикого угара, веселья. Что, Рубилова? Рубилова, да. Сатанинского рока. Прыгай в толпу, будете? Ну, конечно, он был. Иногда. Его забросили. Катапульты. Я на батуте играю. На батуте? Да. В прятки. На да, давайте напоследок скажем какие-то слова зрителям, слушателям вашим. Ну, короче, ну, играйте, рубитесь и угорайте. Играйте потом? Ну, они тоже будут. Играйте в рок-н-ролл. Да, рубитесь, угорайте. Дикий трэш, угар там. Садомия. Садомия, да, как говорят Павел. Пейте пиво, короче, и все будет ништяк. В общем-то, все. Ну, спасибо большое, ждем группу Влом на сцене. Ребята, просим. Пойдем на сцену. Да, пойдем. Я знаю, что...